Практически любую анимацию можно создать за счет изменения свойств объекта за время одного твина. Сейчас мы посмотрим, какие свойства объекта можно менять. Мы можем изменять цвет. Для опытов мы взяли кролика и зайца. Теперь у нас кролик стал синего цвета. Мы видим, что за твин его цвет постепенно меняется. Попробуем изменить обводку. Сделаем ее более толстой. Посмотрим, что будет. Давайте добавим тень к нашему кролику. За время твина тень будет постепенно увеличиваться. Мы можем изменить прозрачность. Под 100% прозрачностью в аниматроне понимается полная непрозрачность. В самом конце видео, где прозрачность 0, наш кролик просто исчезает. Мы можем изменять расположение объекта. Расположение выражается в аниматроне в координатах, отсчитывающихся от левого верхнего угла холста. Далее может изменяться размер. Он может изменяться пропорционально, если у вас выбрана кнопка, связывающая оси X и Y, либо отдельно по каждой из осей, по X, как уже было показано, и по Y. Кроме того, можно изменять масштаб. Также, если у вас не связаны X и Y, масштаб будет изменяться только вдоль одной из осей. Если мы их связали, оба размера увеличиваются пропорционально. Также за время одного твина мы можем добавить поворот вокруг точки регистрации. Мы можем добавить сдвиг, опять же, по одной из осей X или Y. Но если мы захотим изменить относительное расположение точек, узловых точек на контуре нашего объекта, то это свойство не будет изменяться в течение этого твина.